чего. Доброе утро! Вот как-то так. Доброе утро, фестиваль. А доброе утро всем тем, кто собрался здесь и уже собрался не только в нашем зрительном зале, но и со сцены. Доброе утро, жюри. Я надеюсь, что действительно оно у всех сегодня доброе. А сегодня мы с вами отсюда и до полдвенадцатого. Ну, по крайней мере, мы надеемся, что мы закончим чуточку пораньше. А сегодня прогнозируют нам разные явления погоды и солнце. Вечером написали наши синоптики, что возможны бури. Ну, я думаю, что бури у нас сегодня будут только на сцене. И все у нас будет хорошо. Ну, чтобы нас бури не задели, давайте мы начнем наш день, наше утро, как обычно, с нашего фестивального гимна. Поем вместе! Волай, девушка, выше! Чудес и доброты. Там море, солнце, ветер, песни там слышны. Здесь все друзья, и ты, и я. И ты, и я, а я, подхватит наши вилина. И не дождь фестиваль, зажжённый страх. Открываем фестиваль, начинаем фестиваль. Песня, музыка, звучит. Я приглашаю вас на второй конкурсный день. Открытие вчера отгремело, ну а сегодня конкурс! Удачи вам! Ну что ж, да, действительно, удачи всем тем, кто будет сегодня выступать на протяжении дня на этой сцене. Ну, а сейчас мы начинаем наше конкурсное утро с выступлений в номинации «Мир танца», «Мир хореографии». И начинает наше утро образцовый ансамбль народного танца «Крыничка». Учреждение образования «Брестский государственный областной центр молодежного творчества Республики Беларусь». Детский игровой танец «Скоки». Руководитель Ирина Сергеевна Кутень, педагог младшей группы Екатерина Михайловна Малец. Встречаем «Крыничка». Аплодисменты, аплодисменты фестиваля! Сейчас все у нас начнется. Что? А скоки! Скоки!
Синічка, скокі. Аплодисменты, Крыничка, уважаемые руководители, а дальше мы начинаем по программе дня сегодняшнего, это была программа дня вчерашнего, не успели мы выступить, вот Крыниченька свой номер и оттанцевала. Ну а перед тем, как мы перейдем уже к программе дня сегодняшнего, мне хотелось бы представить нашу многоуважаемую жюри, которая столь ранним утром уже вместе с нами. Ваши аплодисменты! Галина Блинова, солистка ансамбля песни и пляски Дважды Краснознаменного Балтийского флота, педагог классического танца отделения хореографии Балтийского федерального университета, педагог народного танца отделения хореографии Калининградского колледжа культуры и искусств. Галина Блинова, город Калининград, Россия. Вадим Маданцев, артист народного танца, хореограф-постановщик, руководитель народного театра танца «Сузория», лауреат республиканских и международных конкурсов. Вадим Маданцев, город Солигорск. Ульяна Сахарова, дипломированный хореограф и режиссер, лауреат всевозможных российских фестивалей и конкурсов, руководитель танцевального театра «Севен», успешно гастролирующего по России и за рубежом, постановщик различных танцевальных спектаклей и шоу. Коллектив заслужил более 100 международных наград. Ульяна Сахарова, город Санкт-Петербург, Россия. И председатель нашего жюри Денис Карлюк, хореограф, лауреат международных конкурсов, постановщик мюзиклов и шоу-программ, участник телевизионных проектов в странах Ближнего Востока, культуролог, организатор международных фестивалей и конкурсов. Денис Карлюк, город Минск, Республика Беларусь. Ну что ж, наша жюри на месте, мы начинаем программу уже дня сегодняшнего с первого номера и открывает программу детский ансамбль танца «Светизяночка», Новогрудский районный центр творчества детей и молодежи Республика Беларусь. А у нас во дворе руководители Галина Алексеевна Аполлоник, концертмейстер Леонид Иосифович Букри. Встречаем «Светизяночка». Музыка.
Ваши аплодисменты, Светеляночка. Продолжает наш конкурс ансамбль эстрадного танца «Чарли» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ветрась» Октябрьского района города Минска, Республика Беларусь. Композиция «Белорусская полька». Художественный руководитель Ольга Валерьевна Пашковская. Хореограф Александра Александровна Леонова. Встречаем «Чарли»! Чарли! Продолжает нашу конкурсную программу образцовая хореографическая студия «Росток» Дворца творчества детей и молодежи «Янтарь» города Калининграда, Россия. Руководители Галина Васильевна Плеско, Юлия Юрьевна Дудинова. Композиция «Под жарким солнцем Италии». Встречаем «Росток». Thank you.
Сменды «Росток». Нашу конкурсную программу продолжает образцовый ансамбль народного танца «Крыничка» Брестского государственного областного центра молодежного творчества «Республика Беларусь». Руководители Ирина Сергеевна Кутень, педагог средней группы Наталья Васильевна Таргонская. Композиция «Русский народный танец на поляне». «Крыничка». Встречаем. Ансамбль танца «Светизяночка» Новогрудского районного центра творчества детей и молодежи Республика Беларусь. Руководитель Галина Алексеевна Аполлони. Концертмейстер Леонид Иосифович Букрей. Композиция «Ух ты!» Встречаем «Светизяночка».
смотрю я с тобой далеко, не моя ли махонь придет, не моя ли возлюбленная, ты сердечко приголовленная. Он бежит, бежит по тряпке, поет свои штаньки, подергивает. Аплодисменты, светизяночки. А наш конкурс продолжает ансамбль эстрадного танца «Чарли» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ветра» из Октябрьского района города Минска, Республики Беларусь. Художественный руководитель Ольга Валерьевна Пашковская. Хореограф Александра Александровна Леоновна. Композиция «Городская кадрыг». «Чарли» встречаем. Аплодисменты. Продолжает наш конкурс образцовая хореографическая студия «Росток» Дворца творчества детей и молодежи «Янтарь», город Калининград, Российская Федерация. Руководитель Галина Васильевна Близко, Юлия Юрьевна Дудинова. Композиция «Крыжачок». Встречаем «Росток».
Восток. Продолжает наш конкурс образцово-хореографический коллектив «Очаровашки» Центра дополнительного образования детей и молодежи Росквит города Бобруйска, Республика Беларусь. Руководитель Ирина Игоревна Сытник. Композиция «Веселуха». «Очаровашки» встречают.
ваши аплодисменты, очаровашки. А наш конкурс продолжает танцевальный коллектив «Калибри» Центра детского творчества Несвежского района Республика Беларусь. Руководитель Елена Георгиевна Капуста. Композиция «Полька развидальная». «Калибри» встречаем. Аплодисменты! Калибри! А наш конкурс продолжает образцовый ансамбль народного танца «Крынечка» Брестского государственного областного центра молодежного творчества. Руководители Ирина Сергеевна Кутень, педагог средней группы Наталья Васильевна Таргонская. Композиция «Под сиван». Встречаем! «Крынечка»!
ваши аплодисменты, Крыничка. А наш конкурс продолжает ансамбль танца «Экспресс» Дворец культуры и спорта железнодорожников город Минск, Республика Беларусь. Руководитель Майя Анатольевна Бондаревская. Композиция «Белорусский калейдоскоп». Встречаем ансамбль танца «Экспресс». Thank you.
Ансамбль танца «Экспресс» продолжает нашу конкурсную программу «Образцовый детский хореографический коллектив «Росинка» Дома культуры открытого акционерного общества «Магатекс», город Могилев, Республика Беларусь. Руководитель Галина Николаевна Лихачева. Композиция «Веселые пастушки». «Росинка», встречаем. Коллектив «Очаровашки» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» города Бобруйска, Республика Беларусь. Руководитель Ирина Игоревна Сытник. Композиция «Прыгажуня». Встречаем «Очаровашки». Joy of falling and stumbling, leaving the ghost of the palace. And they climb my lights down.
Росинка, Дом культуры, открыто акционерное общество Магадаев, город Могилев, Республика Беларусь. Руководитель Галина Николаевна Лихачева. Произведение Емеля. Ой, прошу прощения. Продолжает наш конкурс танцевальный коллектив «Калибри». Центр детского творчества Несвижского района. Веселый сервис. Руководитель Елена Григорьевна Капуста. Прошу прощения. Встречаем «Калибри».
наши аплодисменты. Танцевальный коллектив «Калибри». Ну что ж, а продолжает наш конкурс Роман Чигирь, София Куликова, Лилия Черных, представители образцовой хореографической студии «Росток», дворца творчества детей и молодежи «Янтарь», город Калининград, Россия, руководители Галина Васильевна Бриско, Юлия Юрьевна Дудинова, композиция «Кусачок». Встречаем. Детский хореографический коллектив «Росинка», Дома культуры ОАО «Магатекс», город Могилев, Республика Беларусь. Руководитель Галина Николаевна Лихачева. Композиция «Емеля». «Росинка». Встречаем.
наши аплодисменты. Росинка. Продолжает наш конкурс образцовый хореографический коллектив «Очаровашки» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» города Бобруйска, Республика Беларусь. Руководитель Ирина Игоревна Сытник. Произведение «Лирная». Встречаем «Очаровашки». Ансамбль танца «Потешки» детская школа искусств города Кобрина, Республика Беларусь. Руководитель Елена Ивановна Сергеевич. Композиция «Потешки». Встречаем.
Аплодисменты, детский ансамбль танца «Потешки». Продолжает наш конкурс образцовая хореографическая студия «Росток» Дворца творчества детей и молодежи «Янтарь», город Калининград, Российская Федерация. Руководитель Галина Васильевна Плеско, Юлия Юрьевна Дудинова. Композиция «Ой, Лёли, Лёли». Встречаем «Росток». Не мы, хорошо.
ваши аплодисменты. Росток продолжает наш конкурс. Ансамбль танца «Карусель» Центра дополнительного образования детей и молодежи Росквит города Бобруйска, Республика Беларусь. Руководитель Елена Васильевна Ермоленко. Композиция «Перепляс». Встречайте, «Карусель». Конкурсную программу образцовый хореографический коллектив «Очаровашки» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» города Бобруйска. Руководитель Ирина Игоревна Сытник. Композиция «Пир». Встречаем «Очаровашки».
А ваши аплодисменты очаровашки! Продолжает нашу конкурсную программу детский ансамбль танца «Светизяночка», Новогрудский районный центр творчества детей и молодежи, Республика Беларусь. Руководитель Галина Алексеевна Полоник, концертмейстер Леонид Иосифович Букри. Композиция «Моя Беларусь». Встречаем «Светизяночку». Аплодисменты, Светизяночка! А мы продолжаем, и на эту сцену я приглашаю детский ансамбль танца «Потешки» детская школа искусств города Кобрина, Республика Беларусь. Руководитель Елена Ивановна Сергеевич. Композиция «Калинка». Встречаем «Потешки». Yeah.
ваши аплодисменты, потешки. Продолжает наш конкурс образцовый хореографический коллектив «Очаровашки» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» города Бобруйска, Республика Беларусь. Руководитель Ирина Игоревна Сытник. Композиция «Ромашки». Встречаем «Очаровашки». Лопочек голубой обещал ромашке ветки ее любить, обещал ромашке росу и подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, полюбит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашке с ним рядом стоять, все равно ромашке чьи ласки принимать. Сорвали колокольчик, а он ей росу бросил на прощание, как прощальную слезу. Обещал ромашке век ее любить, обещал ромашке росу и подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, любит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашке с ним рядом стоять, все равно ромашке чьи ласки принимать. Словно любя, а слезы ромашки горько и такой, вырос на пригорке колокольчик другой. Эх, любит, не любит, сердце прижмет, плюнет, поцелует, черт пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. Лопучик другой обещал ромашки ветки любить, обещал ромашки росу и дарить. Эх, любит, не любит, сердце прижмет, влюбит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать. Эх, любит, не любит, сердце прижмет, влюбит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять. Очаровашки. Продолжает наш конкурс ансамбль танца «Карусель» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» города Бобруйска, Республика Беларусь. Руководитель Елена Васильевна Ермоленко. Композиция «Самовар». Встречаем «Карусель». Тумай, 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 руки самовар. Тумай, 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 самовар.
шлепает через века самовар. А наш конкурс продолжает образцовый хореографический коллектив «Василек» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» города Бобруйска, Республика Беларусь. Руководители Наталья Михайловна Зиновенко, Анастасия Олеговна Галех. Произведение «Кветка папороть». Встречаем «Василек». Василек! А продолжает наш конкурс образцовый хореографический коллектив
Очаровашки! Центр дополнительного образования детей и молодежи Роски от города Бобруйска, Республика Беларусь. Руководитель Ирина Игоревна Сытник. Композиция «Московская кадриль». Очаровашки, встречаем. Чарли, Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветрость» Октябрьского района, города Минска, Республика Беларусь. Художественный руководитель Ольга Валерьевна Пашковская, хореограф Александра Александровна Аленовна. Композиция «Купальский венок». Встречаем, Чарли.
Чарлі. А наш конкурс продолжает образцовый театр танца «Ирис Шоу», дворец детей и молодежи «Зона» города Минска, Республика Беларусь. Композиция «Руйвит», руководители Наталья Казимировна Краельская и Татьяна Николаевна Кудровец. Встречаем «Ирис Шоу». Это разностайная история нашего народа. Голубинные яе корони. Наши предки любили и шановали свою батьковщину и завсёды обороняли ее от захопников. И в тяжкие часины просили надать сил и упевненности Бога воинов Руди Віта. Ирис Шоу!
Уважаемые судьи, прошу обратить ваше внимание, следующий на эту сцену выходит детский ансамбль танца «Светизяночка». Новогрудский районный центр творчества детей и молодежи. Республика Беларусь. Руководитель Галина Алексеевна Аполлоник. Концертмейстер Леонид Иосифович Букрей. Композиция «Не детское время». Встречаем «Светизяночка». Светизяночка. Уважаемые члены жюри, а мы возвращаемся в номинацию «Народный стилизованный танец», вторая возрастная категория, 13-16 лет, ансамбль. Я приглашаю сюда на эту сцену образцовый хореографический коллектив «Очаровашки», Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит», города Бобруйска. Руководитель Ирина Игоревна Сытник, композиция «Баллада». «Очаровашки» встречаем. Thank you.
чувані січ, дівчина красуня. Руководители Наталья Михайловна Зиновенко, Анастасия Олеговна Гарях. Композиция «Ивушки». Василек, встречаем.
аплодисменты. Василек. А наш конкурс продолжает образцовый театр танца Ириш-шоу Дворца детей и молодежи «Зона» города Минска, Республика Беларусь. Руководители Наталья Казимировна-Краельская и Татьяна Николаевна-Кудровец. Композиция «Попрыски ветка». Встречаем Ириш-шоу. Лёс ты свой не нападал. Всё время не просто, а ты думал, что за экватор лететь. Треба и ты, я дал и вернулся снова, дав знать ты свою любовь. Ружа твоя, поцелуй на меня крест, а Василь Бог пробуджает. Очаровашки, Центр дополнительного образования детей и молодежи Росквит, города Бобруйска, Республика Беларусь. Руководитель Ирина Игоревна Сытник. Композиция «Калинка». Встречаем, очаровашки! Spread it all around, and I was broken heart, so we could take it. And I've been
into my life. You're tearing me apart. No matter what you do, I have to win your heart. But every time I do this, slowly, slowly, it takes my mind into confusion. One day you will be mine, and that's the way I feel. I try to break the tie. I promise you I will. And when we go around the world together, you'll know my song says no. Ну вот и все, наше конкурсное утро подошло к концу. Ждем дня, приходите, споем, будет вокал. До встречи в 2 часа здесь же. А как камеру выключить? Руслан? Руслан? Подожди, меня еще не сняли. Как камеру выключить, чтобы не снимала? Да что за снимать? Надо снимать. За что ты делаешь, что потом пойдет в это? Не будут обрезать? Конечно.